Привет, друзья, подписчики мои. Ух, что-то мне нужно отвлечься от вот этих яиц, распаковку гляньте на канале. И почему я купил 5 штук? Типа, я взял несколько видов по 3. Но, что интересно, что у нас здесь 5 видов, там еще 6 их, кстати. И вот эти штуки я почему-то взял 4. Надо посмотреть по чеку, ну, вряд ли мне на кассе. Но обзор тоже скоро на канале. Чё-то я немножко не понял, как так получилось. Почему я взял 5 киндеров? Хотел взять 3. Ну ладно, посмотрим сегодня 5. И цена у них получается... Что-то я забыл. В глобусе их покупал, 51 рублей не стоит. Из прошлого ролика яйца стоят 70 рублей. Здесь мы точно знаем, что будет киндер. Это вкусно, это хорошо. Но будут ли хорошие игрушки? И мне что-то подсказывает, что это вот... Прошлогодний, нет? Или вот 20.09.2.01? Что-то мне подсказывает, что это все-таки прошлогодний. Хотя не знаю. В прошлом году у нас были... О! Кстати, смотри, раньше тоже такое было? Можно повесить на елочку. Фига себе. В прошлом году у нас были, получается, такие шарики для елки, скажем так. Здесь у нас точно коллекционная игрушка. Ну-ка. Да, пахнет реально вкусным киндер-шоколадом, который я просто обожаю. Лучший шоколад в мире. И здесь, вы знаете, что-то плотненькое, хотя... Фух, я уж испугался, думал, там, если честно, пазлы. Что-то мне подсказывало, что там будут пазлы, а у нас какой-то тэнк. Чего? А, о, нифига себе! Нет, слушай, обалдеть, игрушки явно другие. И у нас здесь... Слушай, а у нас здесь любопытная история. Посмотри, такая красивая картинка. Новогодняя, рождественская. А с другой стороны, посмотри, у нас паровозик. То есть у нас есть и подвеска на елочке, и у нас есть паровозик. Я почему-то сначала подумал, что это танк. Но это оказался совсем не танк. Это оказалось что-то другое. Это какая-то... Новогодняя упряжка, только я не особо понимаю, как она надевается, то есть одевается. Что за ерунда? Эх, как же мне тебя собрать-то? Что-то я не догоняю, если честно. Подожди, это вот сюда, а куда вот это? Нет, что-то... Какое чувство? А, я тупой, не той стороной, все, я понял. Спокойно, спокойно, Байзон справится. Ага, фигушки на рогушечке. А, и вот так, ё-моё, тут сложная схема. Тут замудрили-то, а? Во! Вот такой получается глайдер гоблина с зеленым человечком. И с... вам плохо видно, да? О, ребятки, что поделать? Такая камера. Ну, я думаю, вам видно. Вот такой вот солдат. Любопытная, любопытная история. Особенно то, что можно сделать паровозик, еще можно сделать как подвеску. Это, в принципе, прикольно, приятно. Открываем дальше. Тоже у нас во втором яичке. Что-то киндер в последнее время, вы знаете, стал как-то ломаться, что ли. О, ага. Ага, вот об этом я и говорил, друзья мои. Что-то у нас один кидняк нас встречает перед Новым годом. Только магниты были, походу, топ. Здесь бумажка та же самая. Но получается новогодний пингвин. Но мне, ребята, я просто в том году их тоже покупал, показывал вам в роликах. Но мне кажется, что такой же. Получается, вот он. Я не могу понять по пингвину, тот ли он пингвин, но мне... Ну, в любом случае, концепт... То есть, почему у вас разные серии игрушек отпечатаны абсолютно на одном новогоднем баннере? Это как? Это куда? Я его собирать не очень хочу, но концепт в том, что он еще может вот так вот сидеть, вот так вот делать. Юху! Сейчас. Юху! Ну, вы поняли. Юху. И это шар к нему. Чё-то пока я не особо доволен, потому что это как-то странно. Странно. И тут у нас... Во! Тут у нас новый глайдер. У нас попадается здесь... Ух ты! Любопытно. Сейчас я без инструкции справлюсь. О! Так, у нас здесь... Нет, инструкция все-таки нужна. А, понял, понял. Это во. Нет, подожди, а как? А, вот сюда, что ли? О.
Вот такой белый мишка с бантиками на санях. Слушай, на аргамаке каком-то прикол. Но коннектится ли он? Это вопрос дня. Так, у нас все развалилось. Сейчас спокойно. Опа! Да, смотрите. Коннектится. Слушай, да, вот это мне нравится. Вот этот концепт интересный, как будто... Подожди, а у нас получается, что эльф главный? Не может быть такого. Дед Мороз главный должен быть. Нет. А, подожди, эльф стоит даже где-то... Просто я смотрю, у эльфа какие-то прям, ну... Типа на моторе какая-то ракета, а у медведя не совсем на моторе. Они, кстати, по форме даже разные. Вот здесь вот сзади. Ну вот, кстати, вот так держится... Ну, норм, но не супер безопасно. Ну, прикольно. Мне нравится. Но, мне кажется, равно небольшое кидалово здесь присутствует. У меня в каждом ролике вообще кидалово. Ну, как иначе? А как еще? Как быть? О, нет, это я думал Дед Мороз, а у нас нет. Нифига не Дед Мороз. Так. Не, ребята, без инструкции здесь сложно. Сложно. Так, а, это вообще задняя часть со снежинкой. Вот это вот уже разговор. Тут я понимаю. Ага, это вот так получается. Во как. А это куда? А это сзади, да? Теперь новое слово любопытно. Где-то я его взял. Какого-то человека. Так. Спокойно. Спокойно. Так, вот, есть. Я собрал. Я собрал. Но такие штуки на самом деле. С одной стороны, прикольно, с другой стороны. Ну, вроде Новый год. Вроде ладно, хорошо. Так, а у нас где он должен быть-то? Ага. Где-то. Кто у нас вообще? Снеговик-то? Подожди. Что-то я не понял. Что-то я сейчас немножко не понял. Спокойно. Сейчас мы все выясним. Вот на этой картинке медведь первый, а второй у нас идет гном. Здесь наоборот, гном первый, а вторые уже за ним. Получается у нас что? Нету какой-то последователи? Здесь будет 100 пудов снеговик вторым. Получается, последовательности нету. Не знаю, хорошо это или плохо, но в целом у нас получается паровозик. В принципе, как концепт, мне нравится. Я только единственное, знаете, что не пойму. То ли я не такой, то ли что? Подожди. У нас не хватает веревочки. Вот веревочка раз, вот веревочка два, вот веревочка три. Ну, как бы я думаю, что где-то она есть. Наверное, я где-то прокосячил. Но, ребят, внимательный кто? Подожди, ну-ка давай посмотрим. Что я не пойму, а где? Все равно это лучше, чем прошлый ролик, но... Нет, слушай, веревочки нету, серьезно. Куда она делась? Веревка, веревка, иди ко мне. Нет, слушай, нет. Веревки не было, нету. А прусы. А где же? А, это типа можно еще дуть. Ну, вот это, конечно, все. Будем дуть. Но только он не... С трудом я это делаю, я думаю, это видно. Нет, подожди. Может быть, у Мишки веревочки не было? Я зря. Да, слушай, смотрите. Ну, это, я считаю, дискриминация. Смотри, у медведя веревки нету. А, типа ты его просто так вешаешь. Угу, понятно, понятно. Зажал киндер на веревочку. Финальный киндер на сегодня. Киндеров у меня еще много, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, у нас тут... О, у нас тут не повторка, но тоже штука не особо меня радующая. У нас получается здесь вот такой вот олень. Слушайте, но я не знаю, на что я рассчитывал. Я рассчитывал, во-первых, на новую коллекцию. Да, бумажка такая же самая. Здесь тоже коллекция, я смотрю, нету, да? Забавно, куда просят его повесить. На какую-то пальму, что это такое? Слушайте, ребят, ну такой себе путился новогодний обзорчик. А говорю тихо, потому что время ночь. Night, tonight is the night. Ну вот такой получился новогодний у нас сегодня выпуск. Если он вам понравился, в принципе, я остался доволен тем, что повторок не было. Это уже прям бонусы для меня. А так, в целом, не знаю, пишите в комментариях, что думаете, потому что для меня это странно, что типа вот же все как бы коллекционные, да, то есть получается яйца рыжие коллекционные, но
Ну а где еще ребята из этой серии? Откуда вот эти взялись два пингвина и лось? Это прикольно, конечно, не спорю, но у нас-то, я так полагаю, новая серия «Паровозик». Такие были в том году. Ну, может, не именно эти, но концепт такой же. Ах, ладно. Только вы будете подписываться на канал, ставьте лайк, всем пока-пока.